Технопарк лидеры Люберцы помогут создать в городском округе более 1000 рабочих мест. Об этом в интервью официальному порталу правительства Московской области сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий. На территории двух технопарков уже разместили свое производство несколько крупных компаний. Общий объем инвестиций составил более 5 миллиардов рублей. Напомним, площадь лидера в Малаховке составляет около 16 тысяч квадратных метров. А размеры Люберецкого технопарка еще более внушительны – 46 тысяч квадратных метров. Эти объекты обеспечат рабочими местами порядка 1400 жителей городского округа. Луиза Егязарян, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.